Так. Всем привет, это канал War Doctor Luke Vader. Это не то War Doctor Luke Vader и Всеволод Лукард, и это Silent Hill. Всем привет. Да, привет, Red Beard и пикник. Она меня должна переместить к тому моменту, где я остановился. Ну да, по идее. Здесь я все правильно нажал. О, Антонио, привет. Привет. День наступил. То есть уже школа выглядит совсем по-другому. Английская версия. Ну да. На Gamers Go только английские. Так, ясно. Ну тут понятно, тут мы не пройдем. Хотя бы можем снегом за окном полюбоваться. Коля, кинь инвайт в конфу, Антонио. Хорошо. А хотя, да, тут это... WebSX более грамотный захват, чем у Xbox, он... Не хватает лишней программы. Всем привет. Привет. Только я немножко не понял, какая связь между захватом экрана, дузбоксом и PSX. Ну, потому что вот сейчас я спокойно могу скайп это самое перейти в него, посмотреть, и у меня все равно на экране будет отображаться Silent Hill. А в дузбоксе это самое, мне бы пришлось заглушку ставить, потому что он все, что попадается в радиус, он все показывает. Я это уже проверял. Это самое, это ж зависит не от дозбокса и не от PSXE, а с OBS. OBS, да. Как бы это неумение OBS нормально захватить окно дозбоксовское. Ну как бы то ни было, с разными программами по-разному. А чего это не так уж важно? Вообще настраивать надо. Вот так. Да,
Да, наступил день, и стало сразу как-то поприятнее все-таки. Согласен. Коля, мне показалось, у тебя какой-то настрой не позитивный. Нет, все не показалось. А что так плохо? Да просто. Да, о, открылась дверка, отлично. И опять снег. Да. Ну, тут почти всегда идет. Ну, точнее, ночью он, по-моему, не идет, или мы его тупо не видим. А так он, да. Снег и туман — это такая отличительная особенность этого города. Тут не бывает хорошей погоды. Так. Плохо жителям, плохо. Да, ну их тут почти не осталось. Людей почти не осталось, а монстрам, я думаю, норм. Ой, она карту включила. Какие-то улицы чересчур пустынные. Ну да. Город-призрак, блин. Но хорошо, что любители нас покусать пока что не встретились, хотя я не думаю, что это надолго. Знаешь, у меня есть такое подозрение, что У меня есть такое подозрение, что разрабам в тупую было влом, что либо лишнее рисовать. Возможно. Мне кажется знакомым этот тупик. Угу, да, мы тут уже проходили, так. А, ну в Твиче у нас Всеволод отписался только. А тут... А, нет, пикник, это как раз таки снег, а пепел и все прочее, это все уже Кристофа Ганса, задумки, которые я не очень одобряю, если честно. От таких, конечно, мало кому фильм не понравился там. Я сделал это еще несколько человек. Ну да. Ну, это самое. В оригинале снег. Это вот именно в этом фильме уже решили, что это будет пепел. Ну и, соответственно, здесь у нас не какие-то тупорылые нео... Эти, как их? Не нео, блин, а как сказать-то правильно. Короче, не тупорылые какие-то, да, псевдохристиане, которые любят сжигать маленьких девочек без особого повода. Тут у нас вещь покруче, культ демона Самаэля или типа того, ну хотя ладно, это уже мы в спойлеры рискуем удариться. Хотя какого черта, я думаю, в принципе, сюжет игры не так уж, чтобы сильно неизвестен. Но не будем, ладно, сильно забегать вперед, нам надо найти дом какого-то чувака. Так... Знаешь, я тебе вообще открою секрет, что помимо как бы общей нашей задачи, там, найти девку, да, все остальное для меня в данном случае как-то очень ненавязчиво является непонятным. В плане того, что что-то бегаем, куда-то ходим, что-то где-то вскрываем, а нахрена, что мы вообще делаем? Короче, мы в школе нашли там типа ключ от дома и записку, точнее, не записку, а список учителей, да, и ключ от дома. И мы, я так понимаю, должны типа навестить одного из учителей этой школы, который нам что-то должен поведать интересное, если я правильно запомнил. Вот, и... Как раз мы к нему бежим. С другой стороны, тут еще и церковь отмечена. То есть нам еще туда надо заскочить будет. Но сперва все-таки посетим этого дяденьку. Там вроде мы еще чем-то полезным сможем разжиться в плане оружия.
Знаешь, почему-то несколько слов в порядке «дяденька», «церковь» и «оружие» у меня почему-то ассоциируется со второй халфой, с этим самым «отец Григорий». Да, прикольно. Так, блин, нет, не та кнопка. Так, вот, камеру надо развернуть, чтобы она... Чтобы я был к ней, это самое... Ну, то есть, чтобы я видел, куда бегу. Так, давай, давай, разворачивайся. Нет, все еще я не в правильную сторону стою. А сейчас? Хотя, может быть, путь совсем не там. Блин, а теперь она слева. Что нафиг? Так, не вот. Знаю, мне, честно говоря, теперь я понимаю, как бы, окончательно, почему мне... Resident Evil больше нравится, чем там все как-то конкретнее, да? Там все как-то, во-первых, конкретнее, во-вторых, что мне больше нравится, так там нету вот такого вот как бы однообразия, которое мы здесь на улице видим. И монстры там совершенно не дают скучать, но ты уже имел возможность. Да, да. Действительно, да, монстры там веселые. Да, мне очень понравилось Алукард описание написанное. Ну да, не, ну а чё, всё честно, всё по делу, так и было. Знаешь, не хватает вставить там в паре мест такой, вот это поворот. Да, да. Так, о, мы уже дома, мы уже близко к дому этого замечательного. Мы уже дома. Да. Не завидую я этому чуваку, да. В каком-то унылом месте он живет. Да уж. Не, ну знаешь, если бы вот, допустим, этот весь снег не шел, да, тумана не было, если такое солнышко и светило, наверное, эти дома бы выглядели вполне уютно, хотя не сомневаюсь. И зомби в платьях, в цветочек, ага. Да, да, со стразами обязательно. Так, все, мы уже почти пришли. Ну, если, конечно, карта не врет, если я ее правильно читаю. Подходишь, так. Стучишься в дверь и орешь, сова, открывай, медведь пришел. Да, да. Или ломом разбиваешь, или не, лучше этим, топором разбиваешь и орешь, а вот и Джонни. Отличный вариант. А вот и Фредди. Да. В нашем случае, а вот и Гарри. Хорошо, что не Поттер. Хорошо, а где Гермиона? Я думаю, она еще встретится потом. Гермиона была эта тетка в начале, которая сказала, только не стреляй в меня. Так, наверное, мне надо взять какое-нибудь другое оружие. Мне почему-то вспомнилось хохмы на тему, знаете, кто такая невменяемая женщина? Невменяемая женщина — это женщина, которая в самом конце орёт «Не в меня!» Да. Так, тут кто-то рядом притаился. Да, вот как вам его походка в этом состоянии? Такой наклонился и трубой вперед. Главное Фрейда не включать в этот момент. О, я слышу знакомую отрыжку. А, вон она, красавица. Ну давай, иди сюда. Махаться будем, чё. Да твою же налево. Ага, встал не. В позу истинного Рэмбо. Он все-таки сосет в ближнем бою. Лучше я это по-быстрому на какую-нибудь пушку переключусь. А, хотя у меня пока много здоровья, но лучше, блин, не рисковать. Эквип. Так, не-не-не, эквип. Ревод, на всякий случай, хотя нам не нужен ревод. И давай, добивай, гадину, молодец. Вот так и правильно. Нехрен тут скакать. Да, вытер об нее ноги. Так, я немного не туда пошел. Гринписа на тебя нету. Да. Вчера волков мочили, сегодня собак. Да, вообще. Не, кстати, вот вчера хоббит, которого
играли снесовские, по-моему. Ну, довольно неплохой, да. Ну, он, в принципе, там очень... терпением надо запастись, я думаю, много интересного можно, наверное, найти там. Просто надо будет как-то... Может ну, быть, да, я его даже мне, еще... Мне он понравился, на самом деле, вполне себе неплохо для своего времени сделан. И, скажем так, единственный его там, откровенный нюанс, если, конечно, не считать Пиппин, умственно отстал. Да. Единственный нюанс — это то, что он немножечко однообразный. И ну, нужно, да, терпение. Так, где тут дверь, блин? Красная борода отжигает. Да. Кстати, а на кого он предлагает это самое сделать? На собаку? Да, да. А, понятно. Так, может в этом заборе есть дверь? А, я думал, ты обшариваешь помойные ящики. Не-не, я дверь ищу. Вот же. Надо подкрепиться. Да. Вот же, по правую руку от меня этот дом как раз находится. Но, блин, где там вход, непонятно. Чуть дальше. Да. Хотя, возможно, вход, типа, со стороны улицы. Черт его знает. Ну да, ну не знаю, там я вроде не нашел пока особо входа. Ну, посмотрим. Так. Ну, и, ну иди все время по правой стороне и будет тебе счастье. Так, это как-то интересно, камера резко ракурс поменяла. Почему бы это? О, вот он. Какая-то дверь. Так, тут никто на меня нападать не будет, я надеюсь. Да, никто пока не это самое. Ладно. Сейчас будет, по-моему, еще один их или нет. Так. Блин. Ну. Взяли эти пули. Так. То есть патроны, я хотел сказать. Что тут еще есть интересного? Что-то я вижу. Ну, посмотри, где-то... может быть, там на плите хавка есть. Да. Я на плите только патроны. Кто бы здесь ни жил, он, по всей видимости, питался патронами. Холодильник все так же пуст. Хотя это уже другой холодильник. Так, а что за хрень лежит? А, это сохранялка, отлично. Так. Гордон Шамвей, блин. Не, не надо перезаписывать. Так. Ничего особенного. Так, мы тем не менее продолжаем шарить. Зубастая борода. Привет, Форус. Здорово. Не, чат это что-то. Ну круто, чё. Надо и в Гиннес, в смысле, которая книгу, это комиссию, которая книгу рекордов Гиннес составляет, надо туда обратиться. Так, ну я, короче, зашел, обшарил, вышел. Мне почему-то кажется, что там еще что-то должно быть. Так, подожди, это я вышел с другой стороны, получается. Да, я вышел с другой стороны. Интересно, интересно. Так, что-то еще есть интересное. Так, ну там у нас пропасть, понятно. Медведчи мы уже все сделали. Вон Андрейка 81 спрашивает, мол, это первая или вторая? Первая. Если он про то, первая ли это или вторая часть Silent Hill, это первая. Ну, вообще, знаешь, я сомневаюсь, что он имел в виду собаку. Ну да. Не, может, он про зубастую бороду спрашивал. Вдруг их тоже несколько в мире.
Зачем мне ремейк? Я предпочитаю в оригиналы играть. Тем более, хрен его знает, может, ремейк еще и ресурсы неплохо так жрет. А у меня комп, конечно, хороший, но все равно иногда бывает жалуется. Ну, вообще, на самом деле, как бы есть некоторые игры, ну, скажем так, некоторые ремейки на некоторые игры, которые ну, там, вполне... типа, современного Streets of Rage, да? Ну, вот, пример, например, этот самый HD мод для того самого, для четвертого Resident Evil. Хороший графон, не надо тут гнать, и в конце концов, графон это не главное в играх. Кому нужен графон, для тех есть Dead Island, например. Там кроме графона вообще ничего нет интересного. Просто вот, например, как бы Resident 4, он сам по себе весьма неплохой. Мне да. очень нравится. А, скажем так, с HD-модом он вообще очень красиво смотрится. Хотя, на самом деле, главную задачу в порте на PC они задать, ну, решить так и не сумели. Там управление как было убогое, так оно убогое и осталось, в принципе. Я, например, дико доставляю вот эти цветовые линии, которые идут по дороге. Такие волны. Что там? Не, я на самом деле много видел игр, и даже если брать чисто стандарт PlayStation 1, это очень даже неплохая графика. Потому что если, например, вот сравнивать с тем, какой кошмарной она была в Гарри Поттере и Тайной комнате, то тут на порядок все лучше выглядит. Согласен. Надеюсь, я в том доме все собрал. Хотя, если что, наверное, черт. Ты по поводу чего, черт? По поводу того, что уткнулся в дерево? Не-не, я звонок слышу. Когда я слышу звонок, значит, монстр рядом живой. Да, еще я слышу крылья, значит, это летающая тварь. Блин, а что я хотел сказать-то? А, насчет того, что случае. Если что, я смогу туда вернуться, в тот дом. Ну да, это вернуться никогда не поздно. Ну, пока тебя не изрубили, конечно. Ну да, это понятно. Так, значит, вот мы уже на Брэдбери Стрит. Продолжаем наш забег. А вот и наша красавица. Привет, Слава. Привет. Блин. А по поводу летунов... А, не по поводу летунов, вот я что хотел сказать. Видимо, наш главный герой очень любит с утра в тумане бегать. Да. По утрам. И его штормит. Поэтому он из стороны в сторону летает. Геродар воскресли. Да они не воскресли, это, скорее всего, новый. Тут вроде монстры не воскресают. Вид, новый вид. Птеродактиль из коминга. Вообще, по идее, тут можно заныкаться в угол, и там ему будет труднее по мне попасть, вроде как. Давай, подлетай. Да блин, какого хрена? У меня что, патроны кончились? Ой. Камера весьма убогая, надо сказать. О, там еще один. Да. Какая... Ирония. Или какая что-то радость. Да-да. Ну да, тут монстры не воскресают. Значит, есть слабая надежда, что я все-таки не бегаю по кругу, а пришел куда-то, где я еще не был. Или был, но недолго. Что не успел их убить. Так, тут дверь какая-то, и она не открывается, ладно.
Точнее, он вообще на нее не реагирует. Обычно, если дверь заперта, он говорит, что дверь заперта. А тут он просто ее не чувствует. На солянке, ну, заскакивал. Так. А что там на солянке? Ну, сейчас он, я думаю, нам ответит. Конкретнее. Там вроде и Джокер что-то стримил, да? Так. У меня там тоже гейм лагал. Немного. Ага. Так, значит, чуть-чуть Джокер? Пройти вперед. Какой такой Джокер? Ну, стример с таким ником, естественно. Просто чуть пройти вперед в том, и вправо. У меня, как бы, в реале есть товарищ с погонялым Джокер. Фишка в том, что я не припомню, чтобы он стрим. Ну, мало ли. Может, он тайком. А почему нельзя убивать монстров на улице, Слава? Это что, противоречит каким-то этическим нормам? Или это типа такой закон дворники придумали, чтобы им лишний раз не убираться? Монстров на улице не убиваем, решаем все свои проблемы внутри зданий. А, окей, я ее потом гляну. Но не самый сложный. Блин, вот эта грёбаная церковь рядом. Я что, не могу туда пройти? Так, тут у нас тупик. Окей. Тут у нас тупик. И мы стоим не спиной. Спиной. Значит, надо разворачиваться. Ням. Если я скажу, что прохожу на изи, это будет очень грустно. Или нет? Просто я решил для первого раза попробовать. Привет, Канай. Кстати, как правильно читать? Канай-мачка? Или Канай-мачка? А как тебя в реале звать, если не секрет? Так, так, срочно, срочно беги. Беги к двери беги. Я думал так звать, реально. То есть Александр, да? Или Александра? Извиняюсь, просто иногда по никам бывает трудно понять. Ха-ха, не успел, глупый летун. Лошара! Да. О, значит Александр, окей. Три раза на сложный, ну ты молодец, поздравляю. Вообще... Мы с ней с полки печи не угодно. Да, не, ну, я действительно отвлечен. Это ты звонила в этот звонок? Я ждала тебя. Это было предсказано, ну, когда роман ты переводить, я не уверен. О чем ты говоришь? Я знал, что ты придешь. Тебе нужна девчонка, правильно? Девчонка? You're talking about Cheryl. Ты говоришь про Шерил? Я все вижу. You know something? Правда? Ты что-то знаешь? Скажи мне. Stay back. Да, так, эту фразу я пропустил. Ты должен следовать пути. Короче, она какую-то чушь несет. What are you talking about? Хрень какая-то, реально. Here, the flowers, a cage of peace. Канаймочка, я надеюсь, ты не возражаешь, если я тебя буду там звать Александр или Саша, потому что так проще мне. Ну, в общем, ты стримы только смотришь, или ты сам что-нибудь стримишь, проходишь там, ну или комментируешь? Не уходи, говорит. Не знаю, по мне так лучше бы эта стрёмная старуха свалила и подальше. Но с другой стороны, для него это единственный живой человек. А ему надо с кем-то поболтать. Так, что мы тут видим? Что-то интересное. Не, Николай, он любитель просто поиграть. А, ну тоже дело. А ты учишься, работаешь, Саша? Так, Кларос. Надо посмотреть все-таки, что это такое.
Так. Кларос, интересно, да. Ну, вообще, я так понимаю, это какой-то треугольник, но лучше все-таки проверить. А, да, это такой. О! Даже про него есть статья в Silent Hill Wiki. Прикольно. Так. Еще перевод. А ты же в церкви, Николай, да? Ну да. А, ну понятно. Там, в общем, на... это какой-то местный термин, наверное. А вон ключ лежит, да? Старуха плохая. Я перевод ищу в Гугле, Слава. Ну вообще, если на то пошло, знаешь, я подумал, поразмышлял. Учитывая, что Кирандию фактически меня вели, в Гоблинах меня вели. И Винни-Пухе меня тоже вели. Я подумал, что в прохождении с Солюшеном иногда ничего стрёмного нету. Ну, по крайней мере, это лучше, знаешь, чем по 100 раз убить стены. Но я стараюсь туда заглядывать только когда, ну, совсем не знаю, что мне делать дальше. В стенах иногда бывают нычки. Да-да. Так да, что нечего тут фейспалмы кидать. Ага, так, тут... Ну вообще, сейчас конкретно в Гугле я не Solution смотрел, а перевод слова Flara. Ну ясно. Ну да. Ну короче, эта бабка, она злодейка. Это все, что вам надо знать. А ты ключ взял, да, Николай? Чё? Злодейка. Ключ взял, да? Ага. И простой руганью на лавочке, как вы понимаете, ее злодейство не ограничивается. Ну да, да. Там где-то аптечка должна быть, в церкви. Ну, я секретки не ищу, я просто стараюсь пройти. Тем более, что вот это для меня First Run. Я в эту игру никогда раньше не играл. Блин, Гарри самый скучный человек на свете. Он смотрит на довольно-таки живописную картину на стене и говорит ничего особенного. Блин, а что для него тогда особенное? Прошел монстра, убил, тоже ничего особенного. Ну ладно, не будем больше над ним издеваться особо. Так, сделаем сейвик. Так. И на всякий случай такой еще. Чтобы не повторилась та жуткая история с Кастельванией, когда игра взяла и не сохранила. Да, я думаю, тогда, особенно если сидеть ночью, так в темноте перед телевизором, это вообще, наверное, очень мощно воспринималось. Не знаю, Silent Hill мне, кстати, ну, не кажется, мне, например, Resident, вот, блин, в Резиденте было, да, блин. Как сказать, Resident это все-таки больше боевик, чем хоррор, хотя там, да, там есть такие крутые тоже моменты достаточно. Но тут, с другой стороны, тоже я не сказал бы, что прям хоррор, тут больше так психологию. То есть... Ну вот мне тоже именно... Ну, нет, я имею в виду, мне вот как раз в Резиденте было реально стрёмно в какие-то моменты. Почему это неинтересно? Интересно. А Кот Вероника, это там... Какая она... Это дополнение вроде к чему-то, или... Ну, я не очень просто знаю. А, не любишь Silent Hill, ну, каждому свое. Ну, вот я... На самом деле, не самое плохое. Зубастой бородой согласен. Ну, да. Каждому свое, как бы, на вкус и цвет, товарищи, нет. Я вообще... Я вообще, это самое, честно говоря, из вот этой вот большой, так скажем, не серии, как ее называть, подборки игр, соньковских. Мне более всего интересен Динокризис, но я подумал, по нему очень много было стримов в последнее время. Поэтому, ну, у других людей. Поэтому я его пока особо не трогаю, но я думаю, что как-нибудь и его постримлю тоже. Да, Динокризис, кстати, неплохая штука. О, привет, Спокс! Да, привет, Спокс. Собственно, знаешь, я придумал новый хоррор. Он будет называться «Зубастая борода». Да, всех сделает.
Так, ну я так смотрю, тут никакие двери больше не открываются. Наверное, надо отсюда выходить. А хотя нет, подожди, тут сохранялка и какая-то газета лежит вроде. Надо посмотреть. А, нет, это не газета, это что-то другое. И Гарри не хочет это никак комментировать. No comment, как говорится. Он не говорит, что ничего особенного. Да. О, Дима Корнецов с возвращением. Да-да. А он вернулся? Я, кстати, как-то пытался с Good Game, ну, посмотреть стрим. Да, да, не стримить, а посмотреть чисто стрим, покомментировать в чате. Но что-то, не, у меня все прогрузилось, и чат, и видео там со звуком, с картинкой, но потом, короче, страница крашнулась и больше воспроизводиться не захотела. Ну, правда, я не дома был в тот момент, так-то, если бы дома был, я бы, естественно, с компа попробовал. А еще было бы смешно с мобилы стримить. Не, ну я думаю, когда-нибудь технологии до такого дойдут, что... Нет, я имею в виду, ну, вот на данный момент времени. Ну да. Короче, я понял, для Андрейки значение имеет только графон. А, о, Спокс говорит, что он с айфона стримит. Значит, в принципе, теоретически это возможно. Я, кстати, видел какое-то приложение, типа OBS Remote Control, для Андроида, например, есть. Но я так понимаю, оно не то, чтобы делает стримы с планшета, оно просто позволяет управлять стримом на компе с планшета каким-то образом. Или типа того. Но я его не испытывал. Черт, бежим. Блин, а что мне дальше-то делать? Какие-нибудь пометки новые на карте появились? Так, мы ушли из церкви. Так, мы... летучая тварь, подожди, я в карте копаюсь. Да, да. Так... Медведь Фини. Я просто даже не знаю, что сказать. Достаточно много пометок на карте, реально. Ну да. Там в основном пометки это крестики, которые обозначают пропасть. Кто ж так строит, а? Угу. Да. Кстати... А так, сейчас я веду свой стрим, сидя на толчке и играя в Тетрис на телефоне. Ну как вариант, да. Было бы необычно. Я, кстати, хотел как-то это 1 апреля, типа, приколоться, сделать такой стрим, что, ну, поле чудес на андроиде, да. Ну, например, его на камеру снять веб. Но там экран получается слишком светлый, и я в итоге, мне пришлось отказаться от этой идеи, я просто Акинатора запустил. Потому что он условно тоже же как бы игра, хотя вовсе не тот тип игр, который... Ну вообще Акинатор такая стёбная штука, мне его, ну, в армии, да, показали, и я ржал. Да, да. Так. Круто, да? В армии делать нехуй было. Короче, походу слово Флаурус никак не переводится. Так. Какое слово? Флаурос. А где это? F-L-A-U-Rose. Ну, я сейчас покажу. Так, где у меня игра? Да, вот у меня игра. Так, сейчас, значит, выходим из карты, заходим в инвентарь. Да, подожди, еще немножко, птичка. Кстати, меня уже покусали чуть-чуть. Вот, видишь, вот этот Флаурос. Какой-то местный термин. Так. В общем, я так понимаю, очень много клевых штук в игре становится доступно только при повторном прохождении. Немного обидно. Так. Ага. Так, нам еще надо посетить, значит, найти полицейский участок, как я понимаю, и больницу.
Вот. Угу. И тут еще где-то я пропустил, есть, оказывается, не только Брэдбери Стрит, но еще и Крайтон Стрит. То есть, видимо, в честь Майкла Крайтона, который как раз-таки парк юрского периода придумал. Ну, по крайней мере, я предполагаю, что это в честь него, может, это в честь какого-то. Я понял, Крайтона. Зачем нужен этот предмет. Я даже боюсь предположить. Надеваешь ему кому-нибудь на голову, получается пирамида головы. Да-да. Ну, пирамида головы это будет в следующей части. Так. Ну, видимо, в результате таких вот экспериментов он и получился. Черт, я два раза... А, не, я не могу ее юзать, когда я здоров, слава богу. А то знаешь, в некоторых играх бывает такая западляна, как, например, было в Гремлинах вторых, которые на ПК выходили раньше, что ты можешь заранее собрать все аптечки, они действуют только когда ты к ним прикасаешься, и в итоге, когда тебя реально ранят, тебе будет уже нечем лечиться. А там игра все время так прикалывается, что там, короче, можно этажи в любом порядке проходить, и пока ты сперва идешь, там тебе на каждом шагу жратва, аптечки, там оружие. А когда ты дальше идешь, становится больше врагов и меньше припасов. Ну ладно. Ну это, кстати, вполне нормально. Ну я и не говорю, что это ненормально, просто это надо учитывать. А то я при первом прохождении немножко не учел и потом жалел. Так, ладно. Ну тут, к счастью, нету, по-моему, такой штуки с аптечками, что их можно применить, даже не будучи раненым. Так. Короче, нам надо перед тем, как идти в этот самый, нам надо еще боеприпасы добыть. Они вроде как есть в полицейском участке. Так, а, вот, значит, бензозаправка, на которой можно при повторном прохождении взять эту, как и бензопилу. Так, вот у нас школа. А где госпиталь и полицейский участок? Я пока их не вижу. А, ну там, наверное, надо в другую часть Silent Hill как-то перебраться, типа. Так. Ну, по мосту, наверное. Ну, да-да, Николай, дальше по мосту ж. О, тут будет птеродактиль с повышенной уровнем сложности. Нет, он будет тоже при повторном прохождении. И проходить надо, по-моему, на харде. Ой, ё-моё. Ну, так что, на его счет мне пока не надо беспокоиться. Ясно. Значит, по мосту, да? Да-да-да, дальше просто идти в самый конец. Так, ну там мост у нас сломан, а здесь вроде пока ничего такого не написано. Он целенький. Мост не сломан до тех пор, пока на карте ничего не написано. На карте нарисовать что-то, мост сломался. Да, и он взял такой сразу. Ой, блин, я ж сломанный должен быть, взял треснул купола. Горе. Какая-то магическая карта. Да, о. А может, Гарри просто ради интереса на него крестики ставил? Да. Не, он ему стало скучно, он решил поиграть в кладоискателя. Или в крестики-нолики. Ну или да. Так, короче, тут походу чуть не сказал мосты. Мосты по типу тех, которые в Питере, они сейчас поднялись. Поэтому мне через них не перелезть. В кабину, так, окей. А, да, понятно. Мне их надо опустить. Ладно, ищем кабину. Я там надеюсь, кабина. Имелось в виду не туалетная кабина. Нет, естественно, операторская, которая там управляет мостом. Вот это, кажись, она. Так. О, шлагбаум. Ага. Так, по лесенке. К счастью, ему не надо дополнительную кнопку нажимать, чтобы по лестнице идти, уже радует. Так. Нет, я с Новосибирска. Там будет карта лежать, Николай, и еще один предмет. В этой кабинке. А, это ты спрашиваешь, Слава, понятно. Так, вот. Так, не надо, рерайт. Как там? Так, телек посмотреть нельзя. А, что там по телеку, что-то я задолбался. Ходить тут. Да, потом такой Гарри сел и забылся, такой телек смотрит.
На улице снег, монстр ходит, а ему пофиг, он смотрит любимый сериал. Такой, блин, я аж работу не сделал. Да, то, слушай, тут еще бутылка пива, по-моему, стоит. Или что это? То есть тут уже есть все, что необходимо для жизни, но нам, тем не менее, нужен этот пульт управления или что-то в таком стиле. Блин, где он? Нет, это снег. Я продолжаю настаивать. Пепел — это уже Ганс додумал потом. Кристоф Ганс. Так. Ага, дырка — это отверстие для ключа. Я так понимаю, этот... Да, этот ключик имеется в виду. Да, да, Николай, да. Окей, как я уже писал на барель-джамперах, ни мне, ни вам, это не снег и не пепел, это кокаин. И это объясняет, почему тут всем так весело. Я имею в виду, кто в городе живет. Ну, с неба кокаин сыпется, офигеть. Да, так, ага. Ну, главное, теперь я могу по мосту пройти. В общем, этот город больше, чем кажется на первый взгляд. Да-да. Больница — это одно из самых знаменитых мест в этой игре. Ну или ладно, если вам не нравится версия с кокаином, будем считать, что это просто мука. Или нарезанная бумага. Я еще много версий могу предложить. Хотя, боюсь, что версия с кокаином самая правдоподобная. Так, опять я иду, блин, прямо на камеру. Покрути башкой, Гарри, я хочу видеть, куда я иду. Так, я с этим обламываюсь, иду дальше. Видимо, игра, она специально так делает, чтобы, короче говоря, игрока еще больше замешательства повергнуть. А, ну вот теперь я вижу, куда я иду, отлично. Так. И что там у нас на карте? А, во, полицейский участок, улица Сагана, улица Вилсона, улица Крайтона, улица Кунса, Саймона, городской этот... Ну да, городской центр. А, где больничка у нас? А, вон он. Вон она. Окей. Так, ну ладно, пока все вроде бы спокойно. Не, во-первых, в режиме карты я бежать не могу. Во-вторых, я все-таки хочу наведаться в полицейский участок и пожаловаться на вопиющий беспорядок в этом городе. Да и в конце концов, мне просто интересно, что там. Да, да, Алхимела госпиталь, я уже понял. Так. А, я не туда пока что иду. А, ну конечно, мои любимые друзья здесь. Да я понял, я прикалываюсь. Да блин. Да стреляй ты уже. Ух, ни хрена себе. О, новый монстр, прикольно. Давай, чувак. Покашляй на меня еще. Это так забавно звучит. Блин, макака какая-то, ладно, черт с ним. Ух, не... Да. Надо было тебя послушаться, я думаю, Саша. Такого со мной еще не делали в этой игре. Блин. Мне, походу, опять надо лечиться. Так, это что, не госпиталь? Фу, не полиция? Ну какого хрена, я хочу внутрь. А, впустите, помогите, убивают.
Ну понятно. Полиция, как всегда. Помогите, насилуют. Да, да, и это тоже. Так, ладно. В общем, выбора у меня не очень много. Я надеюсь, все-таки... Помогите, хулиганы зрения лишают. Да, да. Я надеюсь, больницы мне тоже все-таки помогут. Хотя бы врачи в этом городе добросовестнее полицейских. Так. Беги, беги. Так, мне надо бежать. А, ну прямо, да. Правда, стопудово там опять будет кто-то, кто заставит меня бежать наискосок. Ладно, пока просто по привычке фланирую. Чтобы им было труднее попасть на меня по прямой. То есть наброситься на меня по прямой. Так, опять эти тупые псины. Противомонстровая походка. Да. Так, теперь резко направо беги, беги, беги. До края земли, блин. Так, это не больничка, не? Нет, это не больничка. Бегай слаломом вокруг столбов. Да. Ладно, все, бежим, 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 бежим. Ага, так, она от меня по левую сторону. Угу. Главное мне понять, где тут вход. А, ну... А, черт, 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 черт! Не стой, не стой, беги, беги! Ну что ты за тупица, Гарри? Фух. Прорвался. Правда, я думаю, сейчас опять кто-нибудь... А, не, пока никто меня не трогает, ладно. Фуф. Так, желтый уровень. Стоит аптечку юзать или подождать, пока красный станет? Я бы подождал. Ну ладно. Так, я надеюсь, тут есть пункт сохранения. Опять. Да, конечно, он тут есть. Ресепшн. О, тут и аптечки нет, тут аптечки нет, странно. Вроде бы больница, тут должно хватать медикаментов. Так, плакат я не могу читать, ладно, бог с ним. О боже. Кто-то стрелял. А, ну да. Не знаю, я как-то никогда особо большого значения графики не придавал. Хотя, конечно, если графика красивая, то ее стоит за это похвалить, но если игра дерьмо, то супер графика ее не спасет. И наоборот, если игра отличная, то даже при достаточно посредственной графике она все равно будет, как мне кажется, хорошо восприниматься. Да мне вообще без разницы, но тут, понимаешь, это как бы, не знаю, сюжетное значение. Хотя, с другой стороны, действительно, в принципе, пепел, снег, одна хрень. Короче, нам на голову что-то сыпят. Да. Всякую хрень. Так, а что у меня с патронами? Где они? А, ну у меня есть немного, да. По идее, ну, на ближайшее время хватит. Собачки и какашки заряжать. Не, если что, я их буду ломом бить. Но я надеюсь, до этого не дойдет. Так, ага, опять заперся. Так. Все-таки жалко, что мне не дали в полицейский участок войти. Там явно что-то интересное было, ну ладно. А может и не было там ничего интересного, но по-моему там как минимум... Кровожадные зомби-полицейские. Ну да, я бы не удивился. О! Катсцена. Так, что там у нас? Кровяка и... Чувак труп, труп. В костюме. А, ну да. А, нет, не труп-труп. Не, он живой. Да.
Hold it. Это самое, берите. Stop. Don't shoot. Прекратите, не стреляйте. Wait. Подождите, я здесь не для того, чтобы драться. Меня зовут Гарри Мейсон. Я в этом городке на каникулах. Или в отпуске. Спасибо, да, Богу, еще один человек. Вы здесь работаете? Я доктор Майкл Кауфман. Я работаю в этой больнице. Может, вы мне скажете, что происходит? А я не могу сказать. Я взремнул в комнате для персонала, а когда проснулся, было вот так. Говорит, все вокруг пропали, и идет снег в это время года. Видите, снег? Он сказал, что это снег. Так что все, я победил. Хотя на самом деле не так это и важно для сюжета. Молодец. Возьми полки печенюху. Да, они как на зло закончились. Вы видели эту вот маленькую девочку? Я ищу свою дочь. Ей только 7. Маленькая, черные волосы. Она пропала. Мне жаль. Но со всеми этими монстрами вокруг я действительно сомневаюсь, что она... Sorry, I didn't mean to alarm you. Простите... Your wife. She's here with you. А это ваша жена, она здесь с вами? Она умерла 4 года назад. Теперь остались только я и моя дочь. Я вижу, мне жаль. Блин, а куда он пошел? Мне лучше пойти идти. Я не могу просто сидеть тут и ничего не делать. Пока и удачи наружу. Блин, не знаю, на его месте, ну, я надеюсь, я никогда не окажусь на его месте, но мне кажется, было бы логичнее остаться здесь. Потому что, как бы, снаружи там слишком много шансов, да, что тобой покушают. Вот. Хотя, с другой стороны, сидя здесь, он сам может от голода сдохнуть, наверное. Вообще, ты прав, но вообще, я думаю, что он просто любит экстримчик. Наверное, да. Ой, господи, да... Ладно, пусть будет пепел, если для вас это так принципиально, что вы уже про особо одаренных заговорили. Не знаю, я склонен верить доктору. Даже несмотря на то, что он немного придурок. Сидел себе спокойненько, а потом взял и пошел. А зачем ему врать? Ну да, это параллельный мир. Так что это резаная бумага, в конце концов. И немного кокаина. Чё у вас там происходит? Кому что предлагают, ребят? У нас как-то немного передозировка упоротости пошла. Блин, ну вот медицинский шкафчик. Там явно должно что-то лечебное лежать. Какого хрена он говорит ничего особенного? Лечебный кокс. Да, там очень особенные витаминки наверняка, или аптечки, или, блин, ну хоть что-то, бинты. Эх, ты ленивый и нехороший человек, блин, даже не хочешь проверить шкафчик. Ладно, был с тобой. Так, окей, мы, значит, поболтали с доком. Мы узнали, кто стрелял, отлично. Так. А, плана больницы у меня, по-моему, нету. Да, у меня нет карты этого места. Да, видишь, уже даже Юра ужаснулся. Новопосит тут нужен. А почему именно новопосит? Да, видимо, это первое, что пришло в голову на эту тему. Так, ой, я вижу какую-то интересную книжку. Да мне вспоминается Хоффман. Пап, а ты не видел мои разноцветные таблетки? Сынок, у нас проблемы похуже, у нас дракон на кухне. Да. Так. Ага, так, это белая доска. Да блин, ничего особенного не написано. Ты издеваешься, да? Ничего особенного, блин. Ну хоть что-то тут должно быть, какая-то улика, блин. Хоть что-то, какая-то зацепка, какой-то предмет важный. Unusual, блин. Ну,
Там был список учителей. Список учителей — это тоже ничего особенного. Но тем не менее, ты пошел и вломился в дом к этому учителю. Значит, здесь должен быть, не знаю, список врачей. Блин, ладно. Так, чтобы там была еще одна дверь, или мне показалось? А, не, ну... Это слишком экстрим. Так, ага, о! Теперь я могу на ресепшене поработать. Такой, стану тут с умным видом и буду стоять, да? Так, а тут что у нас еще? А, о! Наконец-то аптечка. Так, а ну-ка, если я с этой стороны подойду к сохранялке, она меня... Нет, она не работает, блин. Так. Что ж за хрень? Ну, блин. Ага. О, вот и карта, клёво. Замечательно. Так. Надо всё-таки вернуться и сохраниться. Со всем этим набранным добром. Да, уже взял карту, Саша. Так, ничего особенного. Так, это значит назад к ресепшену, по-моему. Но не с той стороны, а мне надо спереди подойти к стойке ресепшена. Так. Хорошо, что тут, ну, записанные скриптом моменты меняются, эти реальности, а не в любой момент. А то такой идешь, спокойно идешь, и бац, темнота, сирена и более страшные монстры вокруг. Вот это было бы неприятно. Ну, то есть оно и так происходит довольно неожиданно, но все же. Так, а где ресепшн, блин? Мне нужен ресепшн. Так, карта, карта, карта. Ага, угу. С этой стороны. Там заблочено. Так, чуть вправо надо пройти. И идти дальше. Идем. Так, ну выйти мне, естественно, не дают. Как бы я другого и не ждал. Но, по-моему, как я в лифт войду, вот что-то жуткое это и произойдет. Поэтому я бы хотел все-таки немного в другое место. А, ну туда мы не можем. Блин, как же отсюда выбрать? А, о, так, 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 так. Ага, понятно. Ладно, в лифт я пока не пойду. Я все-таки хочу сделать сейф на ресепшене. Не знаю, я думал, они немного другой цвет принимают. Так, это я... Да, это я опять в этой... Так. Medicine Room. Отлично, я на верном пути. Так. Иногда, кстати, перспектива так меняется, что получается, она как будто от первого лица. А в этом самом, в четвертой части, там, по-моему, в начале все от первого лица идет. Ну, то есть, когда он у себя в этой квартире. Так. Рерайт. Ну, теперь, наверное, можно и на лифт. Ну, на самом деле, кроме шуток, я читал там какие-то статьи в свое время, что согласно предыстории, которую написали для этого никогда, разумеется, в реальности не существовавшего городка, что, в общем-то, он когда-то был действительно курортным городом. То есть люди сюда реально приезжали отдыхать. Но, я так понимаю, тогда тут не водились еще монстры.
Но опять же, вроде бы есть же разные уровни Silent Hill'а, то есть есть вот как город-призрак, он одним является, а бывает, что он является как обычный город с людьми. Город-призрак есть? Ну, город-призрак, это значит брошенный город. Опа-на! Где людей... Где людей нет. Не, ну а чё, нормально, для тех, кто любит экстремально отдохнуть, самое то, по-моему. Ну, кстати, вот даже если брать города-призраки, да, в них же действительно всякие ставки устраивают там люди, которым охота пощекотать нервы. Всякие там дома с привидениями и прочие жуткие места. И в кино такие инициативы обычно хорошо не заканчиваются. Ага, лифт не работает. Значит, надо искать, где его запустить. Да. Реально. Как Fail Games, я думаю, Коля именно это и имел в виду. Ага. Ну да, Чернобыль тоже город-призрак. Скатерет. Скатерет. В общем, я так понимаю, книги на столе, то есть разбросаны по столу. Больше ничего необычного здесь. Да. Ну ты уж прям как он заговорил. Ну да, так я его фразу перевожу. А. Это самое, я так понимаю, Джеки Чан и Капитан Пикард надолго у нас поселились. Да это любимый Смайл, и чё? Да. Так. Так, это мы вышли из офиса, то есть из кабинета директора. Теперь пойдем на кухню, там точно что-то интересное для нас есть. Или нет? Да, я бы, честно говоря, никому не пожелал есть еду с такой кухни. Зато тут и есть пузырек с лекарствами. Ну или точнее, как мы ее любовно зовем, наша лечебная горилка. Да. Так. Блин, кастрюлю заглянуть тоже не дают. Ну, она, скорее всего, пустая. Так. Наверное, тут больше ничего для нас стоящего нет. Ну и холодильник, естественно, пуст. А ты чего хотел, чтобы там протухшая еда лежала? Ну хотя бы. А то в какой дом не войдешь, везде холодильники пусты, но это. Ну, зомбаки все по это самое. Ну, видимо, да. Поскушали. Да. А потом перешли на другую, скажем так, пищу. Так, что там у нас дальше? Дальше у нас идет кабинет доктора. Правда, не уточняют какого, но. Тем не менее, посмотрим и сюда. Так. Доктор Фу. Так. Такой, заходишь в кабинет, а тут Тардис такой, залезаешь, улетаешь. Вообще, и жизнь снова прекрасна. Так. О, еще одна карта, это же замечательно. О, это что, телефон? Я могу позвонить по нему? Нет, конечно, он не работает. Так, подожди, это что, у него два телефона в кабинете? Нафига ему столько? А, ну хотя да, там, наверное, двое дежурили, там, принимали вызовы, все нормально. Так. Комната совещаний. Дальше идет. Ага. Я еще могу пролистать. Так, значит, у этого здания
три этажа. По-моему, у школы было столько же. Ну, там еще была плюс крыша. Ну и, естественно, у нас есть, я так понимаю, подвал. Ага, и наверх можно попасть не только на лифте, это тоже стоит учесть. Так, что у нас на повестке дня, господа? А, тут никого нет, понятно. Ну и, как обычно, ничего интересного нет. Да, ничего необычного. Но было бы забавно, знаешь, такой внутренний прикол сделать, типа там не просто рентгеновский снимок, а рентгеновский снимок жертвы чужого. А он такой смотрит и говорит, ничего необычного. Как обычно, да. Как всегда. Классический случай, да. Так, ладно. Выходим отсюда. Здесь действительно ничего необычного, да. Подвал? А, ну ладно. Я надеялся, что мне куда-нибудь наверх. Так, а подвал у нас... Подвал у нас... Где у нас подвал? Так, вот я вижу путь наверх. А путь вниз я не вижу. Вообще я... А, здорово. А как мне в подвал-то попасть? Где тут лестница в подвал? Нет, не туда. Это самое. Я все-таки думаю, что интересно посмотреть, что в других комнатах. Хотя там, конечно, с точки зрения Гарри, скорее всего, тоже ничего особенного, но все же. Я знаю, что будет странно, если он скажет что-нибудь другое. Да. А, так, ну тут вообще заперто, отлично. Это нам экономит кучу времени. Так. Где же выход в подвал? Ну это, по-моему, не он, да? А, ну это проход чуть дальше. Ага, так, окей. Так. Вот есть лестница с надписью up. А где лестница? А, во, все, нашел лестницу с надписью down, да. Все. Нашел, теперь отлично, ну. А, все-таки стоит обследовать комнаты, да? Мы нашли лестницу Дауна. Да, ну, строго говоря, здесь мы все уже обследовали, а там, где мы не обследовали, там, по-моему, для нас путь закрыт. Да, ну да, нам... мы только в туалете не были, и на втором этаже мы не можем подняться пока на второй этаж. Угу. Я уж думал, ты сейчас скажешь, строго говоря, тут у нас все Дауны. Да, ну, можно и так, наверное, сказать. Так... По крайней мере, мужик, который сидел, а потом ни с того ни с сего взял и пошел, он явно был странный. Так. Ага, отлично. Все. Оба-на, заперто. Так, срочно ищем ключи. Но, по-моему, я больше никаких новых ключей не брал. Да. Может, на ресепшене есть? Еще раз. Да. Не, ну на самом деле тут походу ничего другого-то как бы не остается. Пойду на ресепшене по логике должен ключ-то быть или где-то в подобном месте. Или у директора, или у какого-нибудь. Ну, никакого офиса. Это, в смысле, никакого поста охраны я тут пока не видел. Поэтому, скорее всего, ключ, наверное, или у директора, или на ресепшене. Так, это у нас что? Это у нас опять-таки, ну, условно скажем, хранилище медикаментов тут, наверное. Хрен узнает. Ничего полезного. Ну, окей, цитируя Гарри, хранилище ничего полезного. Да. Ну, как обычно, как обычно. Да. Ну, вообще, на самом деле, для маленького городка, пожалуй, больница не такая уж и плохая. То есть, тут много кабинетов, много коридоров. То есть, здание явно недешево обходилось, его строительство и аренда, наверное. А, в конференц-зале, окей.
Так, а конференц-зал у нас где? А, ну то есть мне назад топать, ну ничего страшного. Так, точнее вперед все-таки. Или как? Да, все правильно. О, подожди. А, это просто лампа, мне показался тречак. А, вот, все, я. Даже не надо его особо искать, я его сразу увидел. Ключ от подвала. Замечательно. Пока, Сережа. Пока, да. Привет, Серега. Удачи. Так. Так, ну я думаю, не грех будет еще разок сохраниться. Сходить. Да, правильно, Николай, да. Все здания по типу лабиринтов, то есть редко где можно пройти напрямую. Блин, не туда вышел. Тут тоже что-то сбивает, то что он вот так вот камера резко делает. Интересные такие главные звуки. Ну, с одной стороны гул в больнице, да? Но это может быть, не знаю, ветер, а с другой... еще какой-то непонятный звук. Ну, с другой стороны, это добавляет атмосферу загадочности. Так, все, отлично. Наш любимый, точнее, нужный нам подвал. Уже близко. Так, строго налево. Это он? Нет, это кухня. Хотя, да, ключи он, слава богу, и сам может использовать. Звуки, не предвещающие абсолютно ничего хорошего. Thank you.
Так, во-первых, включим фонарь. А, нет, стоп, это радио. А где этот чертов фонарь? А, вот он. Так, все-таки я подлечусь немного. Блин, да сколько же вас тут, ребята? Надо что-то сделать с этим засилием тараканов. О, морг. Ну, я так понимаю, мне в генераторную. Или в бойлерную. Можно, конечно, по приколу заглянуть в морг, но вряд ли там что-то хорошее. Умный сразу пошел куда надо. Морг заперт, это хорошо. Так, ну лифт не работает, естественно. Так. Как же тут запускается это все? А, все понятно, по левую сторону. Так, ну я так понимаю, мне в генераторную. А, тут зеркало, да, которое меня убьет. Или нет? Нет, по-моему, не тут. Но я помню, что где-то в Silent Hill, хотя, может, не в этой части есть. Так, ну, кажется, я заработал. Окей. Я так понимаю, теперь можно и на лифт, хотя, наверное, на него лучше с первого этажа идти, а не из подвала. Впрочем, попробую его здесь вызвать. А что в бойлерную? Бойлерная, по-моему, тоже закрыта. Нет, я туда так и не попал, ладно. Выйду пока. Замечательно. Молодец, он, конечно, что батарейку экономит. Но тем не менее. Да, как я и предполагал, бойлерная закрыта. Дальше я со спокойной совестью могу, короче, это, валить отсюда.
Так, интересно, куда вы мне на второй, на третий этаж? Да-да. Антон, Всеволод, вы тут? Да что-то как-то никого из вас уже не слышно некоторое время. Я тут. А, окей. Я просто отключаю микрофон, когда не говорю. Окей. Ну да, это правильно. Так. Ну, поедем на второй сначала. А ты что-нибудь говоришь сейчас, Всеволод, или нет? Так. Что у нас интересного на втором этаже имеется? А, ну тут, я так понимаю, палаты. Операционная. Да, палата и операционная. Ладно, сперва съезжу, посмотрю, что на третьем. А потом вернусь сюда. Какой-то странный сейчас звук был, как будто кто-то что-то в скайпе послал и не принял. Странно все это. Ну ладно. Так. Этаж номер 3. Что у нас на третьем? А, на третьем у нас еще палаты, понятно. Хранилище. Нет, это, по-моему, типа раздевалка. С чего там написано? Linen room. Или living room. Нет, linen, по-моему. Хотя тут немного надпись расплывается. Впрочем, наверное, не так важно пока что. Ладно. Ты что, фотографии Лены Малышевой в молодости? Ладно. А вот это какой-то календарь, что ли, где реклама. Так, ну тут, я так понимаю, просто закрыт, типа, да. Да, тут просто закрыт, значит, мне надо сразу на третий этаж будет. Абсолютно такая же картина. Да, я уже заметил, что на третьем этаже тоже закрыто. Угу. А все потому, что я, видимо, не все сделал на первом этаже. Поэтому мы возвращаемся туда. Алло? Севола? Так, ну, дополнительный фоновой шум появился, но голос я пока не слышу. Мы едем, едем, едем. Да. Лифт неправильный, веселую музыку нам не играет. Ну да фиг с ним. Так, туда мы не пойдем. Ну типа да. Ну-ка. Ой, нет, не так, ну-ка.
Где? А, третий этаж. Второй этаж, а мне нужен первый. Честно говоря, эти пластиковые бутылки немного похожи на какие-то солянки. Ну, не солянки, солонки, если так сказать. Да, тут явно что-то нехорошее делали. Разбитая стакан. Не просто разбитый, а с какой-то целью. Что у нас тут? Да, действительно, что у нас тут такое? Да-да, я знаю, я уже это сделал. Видимо, немного Good Game запаздывает иногда. Понятно. Раздам. Я уже ее набрал. А вот кнопочка 4. Почти как в трассе 60 с 13 этажом. Опять зловещая тишина, опять катсцена. Да, ну разумеется. Со всех сторон будет жесть или только откуда-то с одной? Может, я зря еще один сейф не сделал? Может, я вернусь на всякий пожарный? А, разумеется, дверь, через которую я вошел, закрыта, ладно. Так, а можно меня как-то развернуть опять в правильном направлении? Отлично, спасибо. Ну вообще да. Так, кто-то откуда-то выпал.
Привычка. Ох, ни хрена. Ну-ка, ну-ка. Это какой-то жирный тролль нас приветствует. Ну, в смысле, нарисованный на стене вот этот вот. Или это сама Эля портрет. Да. Меня эти все звуки напрягают. Что те, что другие. Да, я так и думал. А, это только с одним человеком, так понятно. Значит, есть слабая надежда, что проблема не на моей стороне, но все равно. Как-то это не очень меня радует. Ну, я так понимаю, мы опять в этом кошмарном другом измерении. Блин, опять все заперто. А вот. Да, замечательно. Не хотелось бы здесь застрять. Ну ни хрена музон какой пошел. Давай, красотка, ползи ко мне. Ни хрена, сколько ей надо патронов. Карта. Точнее, я в том месте, для которого у меня есть карта. Но что-то похоже на спички. Да, в школе туалет был как-то получше. Thank you.
Не знаю, даже мой бой в шестов уже не помогает мне выпрямить. У нее еще что-то на спине сидит. О! Вот это уже хорошо. Будет лучше это не трогать, ну да. Мало ли что там за лекарство внутри. А то и не лекарство вовсе. Да, музыка вообще напряженная, напряженная прям. Это тоже пригодится. Жестокий пикси-хантинг. А что, там что-то интересное есть? Ну окей. Мне недолго. А, ну вот. Как я и думал. Мне все равно туда не дали зайти.
Ну, радует, что хотя бы лифт не пострадал. О, четвертая комната опять пропала. Точнее, четвертый этаж. Ну, разумеется. Было бы глупо надеяться, что тут никого не будет. Ну ни хрена себе! Да, брат, ты живучий. Я слышу, там еще один доктор скачет. Точнее... Точнее, не скачет, конечно, а ковыляет на свою... Это... под тяжестью своего горба. Сурово. Блин, что же вас убивать-то?
бухать. Ну. Возможно, где-то пропустил ключ. Ладно, я помню, тут еще лестница была. Может быть, теперь она доступна. Слышал какой-то звук по ту сторону двери. Так, естественно, все проходы поменялись теперь. Так, по правую сторону. Давай, скачи сюда, короче. Какому автомату? Какому автомату? Где? Там в холле где-то есть автомат. Ладно. Не поленюсь сходить до лифта. А, вот крыша. Спасибо, Саша. Еще одна есть. А, о, радио ожило.
Это самое мерзкое, я не знаю, откуда она нападет. А вот, вижу тебя. Так, ну теперь я, наверное, могу спокойно найти нужную мне палатку. Да? Все как нельзя лучше. Ну, кроме вот этого. Тут как-то быстрее удалось завалить предыдущую. Так, что это? А, ну да. Зажигалка. Так. Все-таки, ребят, я вам перезвон устрою, а то это как-то не дело, вот когда такой звук. Эти. Так. Тебя слышно? Это самое, я вообще тут в конфе, просто до меня тут один человек стал докапываться в скайпе. Понятно. Говорит, ты с ним не в ладах теперь. Это какой? А, и это, на Д у него ник, короче, да, я угадал? Старвейзер. Понятно. Ну, не знаю, он что-то первый меня начал отовсюду выкидывать, ни с того, ни с сего, так что... Как бы... Я-то и не имел никакой цели с ним враждовать или что-то подобное, но он что-то взял так... Тихой сапой отовсюду повыкидывал, позаблочил, но я решил, ну, видимо, теперь, значит, враждебно настроен. Вот. Ну, если он тебя сильно достает, ну, не отвечаем. Там, удали, заблочь. Ну, чтобы уж там совсем блочить, это меня надо конкретно достать. Ну, вообще, в принципе, начинает надоедать. Так. Так. Какая прелесть, блин. Ой, блин, у меня же желтый уровень. Так, теперь все лучше. А, так. Я так понимаю, вот эта вот штука непонятная в бутыле, она нам была нужна исключительно только за тем, чтобы мы могли подняться на несуществующий этаж. Правильно? Или там еще какая-то у нее цель была? Саша. К сожалению, я тебе не могу в этом помочь. Ну да, но я спрашиваю у товарища в чате, который канаймочка. Так, отлично. В общем, щупальце занято. Мы мимо него, я надеюсь, пройдем. Да, мы мимо него прошли. Отлично. Не знаю, долго ли оно будет занято, поэтому я от этого щупальца по бырику свалю. Так. Я надеюсь, я от него достаточно далеко отошел. Блин, даже в режиме карты его слышно. Кого? Я имею в виду монстра, которого я отвлек сейчас. Я тут заметил такую фишку, что ты меня убрал из администратора в сообществе. А, ну да, кажись. Ну ты сказал, что типа на твое усмотрение. Ну, я могу, нет, если хочешь, обратно нет, добавить, в принципе. Я просто так это поинтересовался.
Мне, в принципе, все равно. Ну да, у тебя, в принципе, свое есть теперь неплохое достаточно. Ну, я пока еще не доделал, но тем не менее. Ну да. Так. Облака. В общем, я так понимаю, облака собрались над холмом. Или что-то... А, да-да, это какое-то стихотворение похожее. Так, ну ладно, прогоним его все. Вот, что такое tangerines with a bitter? Tangerines — это мандарины, bitter — это горький. То есть, что-то, который... Что-то... понятно. Ну, в общем, про природу стихи, по всей видимости. Lucky for leaf... Что там было? Я могу сейчас, наверное, еще раз... Так, еще раз. Так, вот. Я начинаю опасаться, что это какая-нибудь цветовая комбинация, которую где-нибудь придется вводить тоже опять. Облака парят над холмом. Ну, тут типа небо в солнечный день. Это если да. Буквально. Так, ну это опять-таки мандарины. Ну тут что-то про счастливый четырехлистный клевер. Так. Да. Violets in the garden. Violets — это вроде название каких-то цветов, да? Ну да, короче. Не забыл, как они называются. Ну, в принципе, можешь дальше. Так, Dandelions alone a path, там, по-моему, было написано. Unavoidable sleeping time. Ну, это, типа, как это, необходимое время сна, ну, не необходимое, ну, которое нельзя пропустить. Да. Liquid flowing from a slashed wrist. Что-то, в общем, жидкое, flowing, это, по-моему, течет. Да. Да, из-за перерезанной руки? Ну, да. Ну, это даже не рука, это запястье, по-моему, или что-то. Короче, между кистью и локтем, точно совершенно. О, этот товарищ Канай Мачка говорит, что это пригодится в разгадке с пластинами. Знаешь, я как-то даже догадался. Да. Не, ну тут явно какая-то комбинация чего-то. Опять, как уже был один стих про птиц, который нам типа помогал разгадать тайну, какие кнопки нажимать на пианино. Так. Знаешь, я бы сказал, что он нам наоборот создавал проблем. Ну да. Так, сейчас я на секунду дойду. Так, окей. А вот, собственно, и дверь, видимо, которая нам понадобится. Так. А, нет. Или да? Ну, видимо, их не сюда вставлять. Или сюда. Интересно. Что ж там говорилось? Так, ладно. Я так понимаю, это все типа из Алисы. Шляпник, безумный шляпник, там этот самый. Вот этот чешский кот, ну королева, это там червей.
Ну а черепаха это, видимо, которая с грифоном в стихии. Так, стоп. По-моему, что-то уже напутал. Хотя нет. Нет, все-таки неправильно. Иначе бы, как я понимаю, дверь открылась. Так, что я должен передвинуть? Кота получается? Или нет? Так, ну-ка на место можно... А, нет, нельзя. Ой, это не то. Да, загадка. Что там у тебя происходит? Надо угадать, в каком они типа последовательности. Или цветовая какая-то. Так. Ну там же. Ну да, ну да. Типа была, а какие тут цвета есть? Так, ну тут. Значит, что у нас? Я вроде расставил. Там типа она не открылась, наверное, неправильно. Значит, синий, зеленый, желтый, фиолетовый, по-моему. По-моему, как бы первая фраза была про то, что типа облака над холмами, то есть по идее зеленые холмы. Потом, значит, что-то там про небо синий. Так, что дальше? Красный последний, 100% там это про кровь. Там их всего 4, да? Ну, вроде как, да. По крайней мере, больше я что-то не находил. Да и вроде... Нет, не знаю. Желтые с красными местами поменяй. Так, ну-ка. Хотя, а нет, я не могу переставлять те, которые я не вставлял. Так, понятно. Так. В принципе, там вроде написано, где кое-что. Ну и ж тебе... Ага. А, нет, я не прав был. Синий-зеленый. Да-да-да. Вот. Так, значит... А красный ты зачем достал? На всякий случай.
части убрал. Так, сейчас. Вот, тут даже дается перевод, что облака, проплывающие над холмом, небо, солнечный день, горькие мандарины, четырехлистные клевер на счастье, фиалки в саду, фиалки это, одуванчики вдоль дороги, неизбежное время сна, жидкость, стекающая из порезанного запястья. Каждая строка соответствует определенному цвету. Синий-зеленый. Белый. Да, синий-зеленый. Желтый-красный. Вроде как в принципе, надо, как поэтому, я тебе и говорил, только единственное, что я перепутал синий с зеленым. Ну да. Так, синий, зеленый, желтый, красный. Но тут первая строка это белый, вторая синий, третья оранжевый, четвертая зеленый, фиолетовый, пятая, то есть шестая желтый, ну а черный, восьмая красный. Синий, зеленый, желтый, красный. Вроде я их по алфавитному-то порядку и сложил. Ой. Так. Синий, зеленый, желтый, красный. Ну, синий. Это, по идее, вот сюда вот. Так. Зеленый. Так, а вот желтый, красный, ну... Логично предположить, что их надо как-то по этой часовой стрелке. Так, фиолетовый, черный, белый, оранжевый, тут уже все есть. Ну вот, я их вроде сложил как надо. Все эта штука не устраивает. Будь здоров. Спасибо. В принципе, знаешь, даже если не можешь отгадать загадку, тут вариантов перебрать не так уж и много. Ну, да. Можно, в принципе, перебрать все. Значит, белый уже стоит на своем месте, как и оранжевый, и черный, и фиолетовый. Так, белый, синий. А, нет, я их не туда запихал немного. Зеленый должен быть в нижнем углу, я так понял. Все. Постепенно вроде становится на свои места. Так. Я немного подзабыл, как должна стрелка-то двигаться. Так, синий. Ой, нет. Синий я не буду убирать. Синий стоит там, где должен. Так. Зеленый. Идет сюда. Хотя, подожди, нет. Нет. Нет, по-моему, синий тоже не там. Первый белый. Так. Убираем. Сейчас, я думаю, все будет правильно. Так, синий. Идет сюда. Так. Далее у нас идет зеленый. Так. Зеленый идет сюда. За ним идет желтый. Сюда. И красный. Вот так. Да, теперь все правильно. Понятно, еще одна осталась.
Привет, Юля. Да-да, привет. Так, ну, задачку с дверью я решил. Так, я надеюсь, все вот на меня не обидится, но раз слышно только треск микрофона, я пока... Я, правда, могу его снова попробовать позвонить. Я думаю, но что... Вообще, да, проблема с микрофоном, наверное. Он бы, я думаю, отписался, если бы были проблемы с микрофоном. Так. Чуть-чуть голос услышал поверх этих помех. Да, было. Ой, нет. Я вышел отсюда, по-моему. Или мне тут и надо быть. Так, нет. Нет, правильно иду. Тихо, тихо, тихо. О. Thank you.
Да, Юра, потом я буду спать, скорее всего. Ладно. Так, что-то замечу. Ну что ты имел в виду, сказав ладно? Я хотел сказать это, но я напишу. Я буду читать. А, пусть, в общем, все вот в чат пишет, да. Ух. Раз все равно, блин, не слышно. К сожалению, нифига. С того, что он говорит. Так. Куда нам сказали дальше идти? А, мы уже там. Блин, жестоко. Она... Мне это... Не удается показать, но, в общем, она, по-моему, в какой-то момент кажется, как будто она над пропастью надвисла. Повисла. О! Спирт! Да, это... Уже будет веселее, да. Да, музон, блин, что надо. Так. Чтение мысли — это скорее уже не Хогвартс, а школа Ксавьера. Только можно, блин, об меня скальпель точить. Так. Я теперь как Тор с молотом. Все, в общем-то, довольно-таки понятно. Окей. Ладно, топали. Ну, что говоришь? Я говорю, продолжаем обыскивать подвал. Так, стор-рум, это туда.
Тут какой-то наркотик, лучше это не трогать. В общем, правильно мужик говорит, наркотики до добра не доведут. Хотя на самом деле драк еще можно перевести как лекарство. Ну да. Так. Но лекарство это дело хорошее. Да. Ну тоже там одни и те же, скажем так, препараты в одних случаях они полезны, а в других они очень вредны могут оказаться. Так, это что за губка тут у меня или что это? А, это шотган. То есть патроны для шотгана, отлично. Так, ну, ладно, тут все ясно. Конечно, я хочу это передвинуть. Ну, он, там, короче говоря, заросла решетка, ведущая вниз какой-то растительности, он ее облил спиртом и поджег. Молодец. Да. Жалко, такое с монстрами сделать нельзя. Так. Спирт кончится быстрее. Да. Понятно. Да, коридор внушает. Мощно. Да блин. Хорошая медсестра успевает один раз скальпелем ударить. Нехорошие какие-то звуки, но вроде зеркала тут нет.
кассета. Да, что именно он имел в виду? Выглядит так, как будто тут кто-то был. Да ладно, что, везде испражнения лежат, что ли? Да нет, не знаю. Нашел какую-то фотокарточку Олеса. Олеса? Так. Тут, да. Че он делает? Почему он у тебя так странно дрыгается? Похоже, что он увидел фотокарточку и стал думать, что-то очень непристойное. Надеюсь, нет. Да, это как ты. Так. Блин, у меня нету. Куда я вообще забрел? Кажись, это какая-то часть подвала. Как отсюда выбраться теперь? Так, это не патроны или часы? Видимо, нет. Так, ну, наверное, выход где-то тут. А, да, надо просто найти путь наверх. Как он достал своим этим, ничего особенного в этом ящике. Но тем не менее, мы выбрались, да, туда, где у нас есть карта. Так что это очень даже позитивно. Так. Саша, к сожалению, ушел. Это жаль. Да, в общем, посоветоваться не с кем. Ну да. Не, ну я не только на предмет этого. Просто было бы неплохо, если бы был новый зритель, подписчик. Так-то... Почему-то прохождение можно и другими пути найти. Где выход с этого долбанного подвала? А, вот он. Вроде нам на первый. А, нет. Честно говоря, сложно сказать. Ну да. Mm-hmm.
Так, ну. Да, лучше бы я, наверное, альтернативным путем пошел. Как-то сильно далеко. Вот, теперь не нормально. Так, новых монстров тут нету. Хотя иногда на старые не воскресают, но иногда появляются новые. По крайней мере, в школе, по-моему, было такое, что там, типа, некоторые скриптовые моменты. Но когда ты чуть подальше продвинулся по сюжету, чтобы ты сильно не расслаблялся, тебе выпускали парочку новых монстров. Ух ты, неужели это то, что я думаю? А что ты думаешь? Что это сохранялка. Здорово. Так. Полезно. Угу. Так, это что у нас такое? Еще одни патроны для дробаша, да, точно. Так. Видик старый, но пригодный. Так, где-то у меня была кассетка. Заценим. Все еще необычные заболевания. Не прощупывается пульс. Кожа, когда я... Ну, в общем, запись, видимо, повреждена нехило так. Почему реб... Не говори. Пожалуйста. Хм. Честно говоря, это ничего не прояснило. Ну да ладно. Как и лучше кое-чего другого.
О, еще один живой человек. Вроде бы, по крайней мере. Наконец-то. Кто-то еще, кто в порядке. Ты кто? Меня зовут Лиса Гарланд. Как их тебя? Гарри Мейсон. Гарри, скажи мне, что тут случилось? Где все? Я, должно быть, потерял сознание. Когда пришла в себя, все вокруг пропали. Это ужасно. Ты тоже ничего не знаешь. Замечательно. Я просто не понимаю. It's like this is all some kind of bad dream. Это как будто какой-то кошмар. Точнее, он сказал плохой сон, она сказала, да, живой кошмар. Можно тебя спросить, ты видела вокруг маленькую девочку? Маленькая, с короткими стрижкой, семилетняя, семилетняя? Она что, твоя дочь? Ну да. Семилетняя девочка. Не могу сказать, что видела. Я была без сознания все это время. Мне жаль. Да, нормально. Ты знаешь что-нибудь обо всем этом странном в подвале? А что? Там что-то есть внизу? Ты не знаешь? Ты что, тут не работаешь? У нас вообще-то есть приказ никогда не посещать подвал. Поэтому я не знаю, точнее, что в подвале. Что там? Ну, проклятие. Моя голова. Что случилось? Гарри. Гарри. Да, я тебе помогу. Да уж. Was I dreaming? Я что, спал? You were too late. Ты опоздал. It's you. Это вы? Yes, да. Dahlia Gillespie. Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Скажите мне все, что знаете, что происходит. Darkness. Ма. The town is being devoured by darkness. Город был захвачен тьмой. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. Город это не захвачен, а поглощен. А, ну окей. What are you talking about? О чем вы говорите? Я не понимаю ни одного слова из этого. Не ты один, Гарри. Верьте тому, что показывают ваши глаза. Другая церковь в этом городе, вот ваша цель. Это за пределами моих способностей. Только ты можешь теперь это остановить. Ты не видел кресты, отмеченные по всему городу? Так это было в школьном дворе, что это значит? Это печать Самаэля. Don't let it be completed. Не дай этому завершиться. Hey, wait. Подождите. Как они любят загадками говорить. Ну да. Все ненормальные. Да. Жалко, конечно, что та симпатичная медсестра совсем недолго побыла с нами. Так. Дальше. Полезного. А.
полезного. В общем, Гарри вернулся к своему любимому тону. Неужели в этой комнате прям ничего больше нет? А что такое? О! Хорошо. Нет. Это телефон был все это время. Information. Information. Так, а тут... Блин, ну зачем-то же я могу зайти за стойку, правильно? Стало бы здесь что-то должно быть для меня полезное. Не факт. Да? А. Ну, как мне кажется, не факт. Ну, просто... Блин, на... Лучше проверить. Да, просто для прикола решили разрешить. Я даже не знаю. Mm-hmm.
Что за... Опять он без меня ходит. Бывают такие небольшие глюки управления. Блин, столько всего навешено на стену, на стык абсолютно. Нет, не тут. Привет, солянка. Не знаю, не знаю, я бы не удивился на самом деле. Так, ага, значит. Он зачем-то скопировал. А, ну да, он же ключ нашел от антикварного магазина и, соответственно, скопировал расположение этого самого магазина. И это наша следующая остановка будет. Хорошо, Сережа. Ну, в общем-то, я так думаю, что свое сегодняшнее путешествие могу на этом закончить. А на поиски замечательного антикварного магазина мы отправимся в следующий раз, да. Поэтому, ну... Блин, вон опять он это делает. Да. Не, он просто, наверное, от холода подрагивает. В общем, спасибо всем, кто пришел и писал комментарии, смотрел. Ну, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, там ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, обязательно приходите на следующие стримы. Был канал доктора Люк Вейдера, сегодня с вами были доктор Люк Вейдер, Всеволод Лукарт, Антон Виктринекс, ну и, по-моему, Дима Корнецов немного был в этой конфе в самом начале. В общем, играйте только в хорошие игры и всего вам доброго, до новых встреч. Всем удачи. Угу.